И здорово, подписчики. С вами я, как всегда, Игорь. И сегодня предлагаю поиграть в Into the Dead или Зомби в тумане. Я, ну, уже как бы играю в эту игру, и у меня есть оружие, это не я прям только что скачал, и буду с вами пробовать играть. Нет. Кстати, напоминаю, что на моем канале вышло полное прохождение «Путин против пришельцев», так что смотрите, если вы хотите, то, ну, там интересно. Кстати, вышла Into the Dead 2, вот она, но она у меня не поддерживается на устройстве, вот как... Я в нее бы очень хотел сыграть. Очень. А мы начинаем играть здесь. Так. Спутник. Спутник, как всегда, со мной. Так. Спутник мой. Ешь. О, я уже вижу могилку. И там у нас миниган. Вот это да. Это хорошечно. Вот это фига. Идите сюда, зомбаре. С миниганом первый раз играю, если честно. Блин, 7 патронов. Ну и как раз вон там боеприпас. О! Ох, ес. О, спутник, спасибо, ты меня спас. Но пулю я все же потратил. Так, пистолет. Мне надо 2000 метров пробежать. А, нет, я уже выполнил это задание. Да ёлы-палы. Меня сожрали. Зато я пробежал 1 780 метров. Далее. Так, 20 зомби с пистолета убить и задеть 5 зомби. Окей. Спутник мой всегда со мной. Не забывайте подписываться на канал моего друга. Его канал Вован Крутой. Да блин, я хотел ее задеть. Блин. Долбанная реклама. Я к вам вернусь, как только закончится реклама. И вот реклама закончилась, и я снова с вами. Так, спутник. Не, ну миниган, конечно, это было мощно, мощно. Вот это давай, красава. Так, сейчас... Да почему? Ох. Странный народ. Так.
Главное сейчас на зомби. Что у нас там? На, у нас там ничего. А почему я не заделал? Сейчас вот это. Вот так, отлично. Так, что у нас тут? Пистолет. Отлично. Нафиг его. А, нет, там много зомби. О, повезло, что меня не сожрали. Как же путник мой еще не устает. Не, ну там слишком их много. Я бы не рискнул. Блин, в кукурузное поле и без оружия. О! О! Ева, я пробежал. Без оружия. Твою ж мать. Давай, давай. Револьвер. Блин, вы видели, как было опасно? Одним выстрелом двоих зомби. Чёрт, да их все больше и больше. О, твою ж мать, давай, давай, давай. Yes. Пистолет, отлично. Пополним запас. Что у нас там? Да ёлы-палы. Я иду на рекорд. Твою ж мать. Так, давай, давай, давай. Да чё ты не сожрал-то? Револьвер, отлично. Ёлы-палы. Отлично. Отличненько. Жрите мой свинец, зомби. Я правда иду на рекорд. Твою же... А-а-а! 3 километра 160 метров. О, да. Это было бомбезно. Новый рекорд. Е-бой. Ох, как это было хорошо. Собрать. Так, нет. Да он у меня так и не попался. Твари. О, да. Давайте попробуем набрать 2 километра. И тогда будет хорошо. О! Блаженство, когда ты побил свой рекорд в этой игре. Блин, ребята, если мне как-то удастся скачать Into the Dead 2, то я обязательно буду играть в нее именно в видео на канале, чтобы вы видели это. Пистончик. А, черт. Я думал с одного раза. Да что ты их, блин, оббегаешь? Пес. Опа. Опа, опа, опа. Ящик, ящик. Yeah.
Черт. Опа, еще один ящик. Ну и на пути никто не стоит. Еще пистолет. Оу, ебой. Зомбарей в кукурузных полях обычно много. А, давай, давай. О, да, дробовик. Да блин, почему? О, почему он не стрельнул? Меня как будто зомби прям специально вот задел, знаете? Нет, не хочу, спасибо. Я оставлю ссылку на канал Вована Крутого в описании. Чё это? Извините. Что ж, дорогие подписчики, мне кажется, на этом я могу с вами заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео, поддержали меня благодаря вам. Блин. Ладно, благодаря вам. У меня новый рекорд. Это все благодаря вам. Что ж, и спасибо за просмотр. Всем желаю новогоднего настроения. И чтобы вы хорошо провели Новый год. Всем спасибо. Всем покедова. Рекомендуйте мой канал друзьям.